Да, Я я тебя знала слушаю, я Карабах. понимаю. Допустим, слово Азербайджан я не знала. У нас, вот вы знаете, все говорили турки, 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 да? Слово Азербайджан не было. Вот объясните, пожалуйста, вот расшифровку вот это слово, да? Вот что значит Арцах? Клянусь, без обид, без всяких вот это, я не провоцирую никого, я просто не знаю, что значит Арцах. А почему значение? Вот мне, я не понимаю, я зовут Аванес, мне говорят, а как это будет по-русски? Никак это не будет по-русски. Тебя зовут Агуник, ты Агуник. Вот тебе говорят, ты Агуник. Есть люди, которые говорят, что это значит. Ну, это... Не надо к этому. А значение мое имя я знаю, это Я переводится знаю, что голубка. это. Это переводится голубка, я Я лично знаю. Вот Арцах, что значит Арцах? Я знаю. Допустим, смотрите, Карабах это обозначает Нет. Черный сад. Армения это Гаястан. А вот именно Тоже Арцах, что спорный вопрос. значит? Там есть понятие. Всегда было Арцах.